Казахстане БелАЗ раздавил внедорожник с людьми в салоне. К счастью, все обошлось, люди не пострадали. Водитель и пассажир легковушки — мастера по ремонту кондиционеров. Они приехали на вызов, чтобы починить неисправный кондиционер. Мая 2021 год. Во второй половине дня был вызов разрез на автосамосвал 17.05 по причине неисправности системы кондиционирования. Кондиционерщики в составе 3 человек выехали на Сузуки, приехали на 25-й экскаватор, поставили машину около автосамосвала, вышли, установили причину поломки, это разрыв РВД, демонтировали РВД. После демонтажа сели в машину, планировали двигаться на базу, ремонтную базу. В этот момент водитель автосамосвала 17.05 начинает движение, и тем самым вот машина, получается, Сузуки здесь стоял, начинает таранить Сузуки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.